Смотрите и участвуйте в рождественском благотворительном телемарафоне «Умножим храма красоту» на телеканале «Актис» 19 января с 18 до 22 часов. Уважаемые ангарчане, с каждым годом растет число прихожан Свято-Троицкого кафедрального собора, главного духовного центра нашего города. Чтобы завершить работы по благоукрашению храма, нужны немалые средства. Собрать их мы можем только вместе. Просим вас приобщиться к большой и почетной миссии. Кружки для сбора средств расположены Свято-Троицкий кафедральный собор, телекомпания «Актис», Дворец культуры «Нефтехимик». Расчетный счет на сайте actistv.ru. Справки по телефону 52 62 62. Умножим красоту нашего храма.